Oriflame – ведущая косметическая компания, существующая на рынке Казахстана более 15 лет. О красоте и продукции по уходу за собой поговорим с Айгерим Жолжановой, менеджером по продуктовой коммуникации шведской компании Oriflame. Доброе утро. Доброе утро. Айгерим, будьте добры, расскажите, пожалуйста, про свою компанию поподробнее, о своих делах. И все-таки скажите нам, какая красота важнее, внутренняя или внешняя? Красота – это не только внешность. Да, вернее, а так думают многие, но не только ли мы. Мы думаем, что красота все-таки это гармония внешнего и внутреннего. И сегодня мне хотелось бы пообщаться с вами, рассказать вам о том, как можно поддерживать свою красоту изнутри. Поддерживать снаружи, конечно, мы можем, используя всевозможные крема. Вы знаете, что у нас есть линейка по уходу за лицом, серия Novage, где абсолютно любая девушка, любая женщина может избавиться от тех проблем, которые мешают ей по уходу за лицом. Но если говорить про красоту внутреннюю, то у нас есть целая линейка wellness, о которой, может быть, не так много знает. Вот сегодня, да? Да, сегодня эта линейка представлена у нас. Это линейка, которая разработана ведущими шведскими учеными. И я бы сказала, что это дверь в здоровый образ жизни, здоровое питание. Ну а что такое здоровое питание? Что для вас здоровое питание? Ну, вот когда человек соблюдает все нормы тех продуктов, которые он поглощает. Я немножко подкорректирую. И здоровое питание – это, конечно же, баланс в самом питании. Это обязательно физическая нагрузка, это отдых и общение с позитивными и интересными людьми, как сегодня я общаюсь с вами. Мне очень приятно. Спасибо большое, и нам тоже. И если мы говорим, конечно же, о линейке Wellness, я бы сказала, что... Да, расскажите о ней поподробнее. Я, например, не знала, что компания Oriflame занимается также еще, получается, питанием. Своего рода, да? Причем? Да, это фокусная категория для нашей компании. И за этой линейкой стоит на самом деле автор идеи, автор-создатель нашего коктейля. Это Стик Стен, это известный профессор, это ученый, который является основателем центра по изучению проблем питания в Эгелёзе, который находится на юге Швеции. И именно этот человек на протяжении 8 лет вместе со своей командой разрабатывал уникальный коктейль, в состав которого входит 3 источника протеина, клетчатка. И чем уникален этот коктейль? Тем, что он обогащает нас всеми питательными веществами, он дает нам энергию. И этот коктейль помогает нам в качестве перекуса тогда, когда у нас нет возможности что-то съесть перед тренировкой, либо перекусить тогда, когда вы хотите, либо просто позавтракать, добавив наш коктейль в смузи с кефиром, с молочком, с йогуртом, добавив туда какие-то замороженные фрукты, ягоды. И вот вам, пожалуйста, полноценный завтрак, которым вы можете накормить не только себя, но и свою семью. И тут получается всего 65 калорий, да, на порцию? Да, Асель, вы абсолютно правы, здесь всего 65 калорий, и это для тех людей, кто активно следит за своим питанием, те, кто следит за своим калорием, то это отличный вариант, да, перекуса. Да. Когда вы не успеваете позавтракать, когда вы хотите перекусить, это очень хороший... Ну, заменитель, да? Да, очень хороший заменитель. Угу. Ну и быстрый. Ну вот все-таки, Асель, я думаю, что сегодня мы у Айгерим, как у эксперта, должны спросить, все-таки влияет ли активный образ жизни на здоровье человека? И красоту, кстати, тоже, поскольку вы, как эксперт в красоте, должны нам дать ответ. Обязательно. Я, конечно, могла сказать, что вы употребляете коктейли, употребляете наши пейки, и больше вам ничего не нужно, и вы будете всегда красивым. Я бы, конечно, слукавлю, потому что обязательно, если мы говорим про здоровый образ жизни, это физическая нагрузка. Угу. Это полноценный сон, как бы странно ни звучало, но тем не менее мы должны ложиться в 23:00, а не сидеть в Фейсбуке или в Инстаграм, да, что делают очень часто. Мы должны высыпаться, мы должны просыпаться рано. И, конечно же, для того, чтобы поддерживать свою физическую активность и свое состояние, очень важно хотя бы начинать с простых шагов. Угу. Полчаса ходить пешком, если нет возможности заниматься спортом. Либо записаться в тренажерный зал, либо заниматься танцами. Но какую-то физическую активность обязательно нужно соблюдать для того, чтобы поддерживать свою красоту изнутри. А вот мне интересно, есть ли для детей, может быть, какая-то линейка? Да. В данном случае мы говорили о коктейле, нашем уникальном коктейле. У нас есть Wellness Pack. Это наши мультивитаминные комплексы для женщин, для мужчин, в которых есть омега-3 и астаксантин. Да, то, что защищает нас от окружающей среды. Ну, если мы говорим, конечно же, про детские витамины,
витамины, про детскую омегу-3. Я как мама трех детей, я очень заинтересована в том, чтобы мои детки хорошо учились, чтобы у них была хорошая память. И, к сожалению, с питанием мы не получаем всех питательных веществ. Именно для этого и есть у нас детская серия, которая предназначена для деток до 14 лет. Угу. Здорово. Игирим, также ну, вот мы соседи узнали сегодня, если честно, я до этого не слышал никогда, что ваша компания активно сотрудничает с общественным фондом «Алматы-марафон». А я слышала. Вот, я слышал первый раз об этом сегодня, и можно об этом узнать поподробнее, пожалуйста. Что за «Алматы-марафон», что за сотрудничество? Общественный фонд «Алматы-марафон» – это тот самый «Алматы-марафон», который организовывает всевозможные спортивные мероприятия в нашем городе. Это большой алматинский марафон, который проходит в апреле, забеги, триатлон, велопробеги. И мы, как сотрудники компании, наши консультанты, активно участвуем в тех мероприятиях, которые проводит «Алматы-марафон». За несколько лет, с которых мы сотрудничаем, мы стали на самом деле друзьями. И участвуя в таких забегах, мы пропагандируем здоровый образ жизни, мы говорим о том, что как важно поддерживать свою красоту изнутри. И мы не только говорим об этом, очень многие сотрудники и консультанты компании участвуют в этих забегах. Мы участвуем обязательно в Алматы-марафон, потому что мы поддерживаем все те идеи, которые связаны именно со здоровым образом жизни. Угу. Айгерим, давайте поговорим поподробнее о этом питании. Вот мне, например, интересно, как человек, который бесконечно... Моя жизнь – это череда правильных питаний, и я там всегда чего-то придерживаюсь, какие-то детоксы использую. Расскажите вот об этом. Насколько приемов пищи можно им заменять? Или насколько регулярно надо это употреблять, чтобы был какой-то эффект? Василия, эти продукты можно употреблять хоть каждый день и всю жизнь. Вопрос в том, что это не панацея и это не лекарство для какой-то диеты. Мы говорим о сбалансированном и правильном питании. И если мы говорим о питании, вы правильно затронули эту тему, это очень важно не только для женщин, но и для мужчин, для наших детей. Моя рекомендация, чтобы было пятиразовое питание, обязательно завтрак, обед и ужин. Потому что очень часто современный человек, вообще жизнь современного человека, она на самом деле очень динамична. И мы не всегда успеваем позавтракать, не всегда успеваем поужинать. И здесь в данном случае найти надо баланс. Пятиразовое питание, как я уже сказала, завтрак, обед, ужин и обязательно правильные перекусы. Но перекусы не быстрыми углеводами, такими как печеньки, шоколад, да, после приема которых через 10 минут у вас уже падает энергия, и вы хотите еще раз съесть еще одну шоколадку. Да. А в данном случае мы говорим, что именно наши коктейли помогают вам сбалансировать ваше питание. И выпив одну порцию такого коктейля, как минимум в течение 2 часов у вас не будет повышаться уровень сахара в крови, вам не захочется съесть чего-то вредного, и как в обед вы съедите свой же полноценный обед. Еще один момент, о котором я хотела бы вам сказать, о том, что помимо коктейлей в нашей линейке Wellness есть еще и супы. Это хорошая горячая альтернатива, та же, как и перекусам, так и ужинам. И для того, чтобы узнать более подробную информацию о том, что же такое категория Wellness, какие продукты представлены в этой линейке... Мне интересно, какие супы представлены в этой линейке тоже, конечно, да. Два супа – томатный и спаржевый. Как интересно, Орифлейм субтоматный и спаржевый. Да. Вот это утро для меня полезно тем, что я узнал о том, что есть у вас и субтоматный, и еще и спаржевый даже. Да, Евгений, я думаю, что это общение было не бесполезным для нас. Очень полезным, да. Я и говорю, что узнали очень много интересной информации. И для тех, кто хотел бы познакомиться более и узнать более подробную информацию о наших продуктах, пожалуйста, заходите на наш сайт. Да, наши каталоги. И у нас есть такая прекрасная книга красоты, где вы можете узнать более подробную информацию и ознакомиться со всей линейкой категории Wellness. Что бы вы могли пожелать нашим телезрителям в преддверии Нового года? Новый год, я думаю, наверное, один из самых любимых праздников не только у детей, которые ждут чуда, но и у взрослых. Потому что, загадывая свои желания на Новый год, мы думаем, что вот наступит Новый год, и наше желание сбудется. Я очень хочу пожелать всем казахстанцам, чтобы в Новый год сбылись все мечты. Чтобы в Новый год они были здоровы, они были всегда влюблены в жизнь и, конечно же, поддерживали здоровый образ жизни. И чтобы их Новый год начался с маленьких шагов, с правильного питания, с физической нагрузки, хорошего общения, позитивного и правильного отдыха. Из программы «Жена Кунь» должны были еще сказать бы в конце, но я думаю, что мы в любом случае нашим детям это еще раз напомним. Спасибо огромное, Игорь. Хорошего дня. Спасибо вам большое. Да.